За собой всегда надо убирать инвентарь. Отработать на 70-80%, не на 100%. Если будешь работать всегда на 100%, выстрелит какая-то травма. Вот такая работа. Почему у Пакьяо, думаю, такая скорость? Он работает 30 минут без остановок с гантельками или без гантелек. Вот. Я тоже это, бывает, применяю. Беру маленькие гантели. Могу разделить на 3 раунда, но без отдыха. Например, беру первые 10 минут маленькие, да, чтобы не травмировать плечи. В зависимости от подготовки. Вот. Это полкилограмма, потом следующие 10 минут. Я беру по килограмму и, вот здесь 3 килограмма, да, вот, можно 2 взять. Если 3 килограмма, мы берем 5 минут. И последние 5 минут мы всегда раскидываемся, стараемся на легких руках, чтобы появилась скорость. Вот, 3 этапа. Я стараюсь. Посмотрел Мэнни Пакьяо. Может быть, я не буду так работать в бою, но вот именно вот это движение где-то, когда специальная работа идет. Допустим, прошло там 15 минут, да, я поработал, передвигался. Могу одной рукой поработать, поменять стоечки. За полчаса времени много, можно вообще, что ты хочешь, понарабатывать. Прошло 15 минут, и все, я начинаю уже, и мне легче работать за 15 минут. Руки закислились, за счет того, что я убрал гантельки, они начали лететь быстрее. И я просто начинаю, как Мэнни Пакьяо, бам-бам-бам. В такой манере, конечно, где-то подустаю, где-то могу па-па-па-па-па на взрыве. Это вот та работа, где ты должен из постоянных ударов что-то накидывать и передвигаться, конечно. Я говорю, посмотрите, как работает Мэнни Пакьяо. Мне вообще нравится. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Без остановки. Вот такая работа. Да, а перед боем я вообще ничего не беру, я просто полчаса без всего работаю тут точно так же. Накидываю. Это для кулачки, чтобы привыкнуть, именно разбросаться. Так, сейчас я быстренько уберу, а то не люблю, когда не прибрано. За собой всегда надо убирать инвентарь. С трешками я тоже стараюсь работать. Конечно, удары не такие быстрые, но я стараюсь с ними. Понакидываю. Там, говорю, где-то 5 минут, в принципе, нормально. Я всегда стараюсь кидать все удары, потому что ты будешь кидать одни, например, прямые, мышцы быстро забьются. Поменял положение. И все, могу крестами побить. Могу какую-то комбинацию. Могу свой оверхенд где-то бам-бам включить опять. В такой манере работаю. Вообще, если очень далеко, там 3 месяца, например, до боя, я беру где-то 2-3 килограмма гантельки и с ними работаю. Но тоже всегда надо следить, если заболели плечи, лучше остановиться, не травмировать. Или взять поменьше, приготовить. Например, там пятерочки или килограммовые, и с ними продолжим. С ними заболели, значит, берем просто, все убираем и просто руками. Именно боль. Понятно, когда усталость, это одно, но когда где-то прямо такая резкая боль, это значит, нагрузили суставы, не надо. Я это прошел, у меня с локтями такая штука была, из-за этого. Так что из этого я разделил, так намного лучше и эффективнее. И в конце всегда надо раскидаться.
Ну, здесь мы работаем на силу удара. Берем, в принципе, любой удар. Ну, возьмем апперкот, да, раз уж дело пошло. Мы держим руку, распределили вес тела 50 на 50. Мы здесь уже никуда не заряжаемся. Вот, 50 на 50. И выкидываем уже с толчком небольшим и поворотом таза руку. Па! Па! И удар идет вот такой. Такой уже другие мышцы работают. И уже не так удобно, комфортно. Это па! Па! По минуте, минуту на одну, можно поменять стоечку. Па! 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 2 минуты отдыхаем. Можно даже 3. И опять таких 3 раунда. Можно, да, вот просто постоял, стоишь где-то. Ну, сам себе готов. Ба! Опять. Готов. Ба! Так вот минуту работаем. Вот боковой. Ба! Ну, стоим, зарядились опять. Ба! Вот. Главное ударить и вернуть. Ни вот такого не должно быть. Если тяжело, лучше, да, поменьше взять. Вот. То же самое, прямой, мы опять. Па. 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 Вот. Не надо никуда форсировать. Чуть-чуть, если понимать по времени и по скорости, чуть ниже среднего работы вот в такой манере. Минуту. Вообще я считаю, что профессиональная работа заключается в том, что профессиональная тренировка, чтобы не устать максимально. Ты должен устать чуть-чуть выше среднего, будем сказать, отработать на 70-80%, не на 100. Если будешь работать всегда на 100%, что будьте готовы к тому, что выстрелит какая-то травма. Вы просто ее получите перед треном. Из-за этого мы все это, дисциплинированно, не пропускаем тренировки и делаем все спокойно. Это уже доказано профессионалами, доказано спортивными докторами, специалистами, что ты должен уходить с положительными эмоциями, не уставшим, что ты не можешь, что тебя тошнит. И у меня были такие тренировки, что идешь, тут ничего не охота, даже есть неохота, нет. Ты должен уйти с багажом знаний, у тебя должно больше отложиться в голове, а не в мышцах. Чем ближе к бою, чем мы интенсивность снижаем, где-то работаем даже 50%, и последние дни физической нагрузки 20%. Все, техника. Загружаем только свою голову, только загружаем знаниями. Ну, так работают профессионалы. Чтобы не забросить и не устать, и вообще мотивирует меня саморазвитие. Как сказал Брюс Ли, да, мы убираем все ненужное. И для меня тренировки — это как для многих завтрак. Не поел или не поспал, как сон. А вот без этого я уже себя чувствую некомфортно. Мотивация — сделать себя лучше и приобрести что-то новое и стать чуточку лучше, чем вчера. И постоянство — это основа основ. Дисциплина — это основа основ. Вот. Постоянство и дисциплина — вот это самое главное. Вот. Не зависит от, есть у тебя талант, нет у тебя таланта. Если ты ходишь, если ты хочешь, то у тебя все получится. Главное отдавать, главное не перебарщивать, но ходить постоянно. Вот. Ну, я занимаюсь по 2 тренировки в день, даже в воскресенье. Но всегда чувствую свой организм. Если я где-то переборщил, там на спаррингах, еще там что-то, я даю себе легкую тренировку, но даю себе более, так сказать, умственную, более тактически грамотную. Вот. Если более хорошо себя чувствую, я могу проехать на лыжах, прийти в зал, позаниматься,
побить грушу, поработать на митохондрии, еще что-то, куда-то сделать физические, да, физическую нагрузку, там какой-то кроссфитик. Но это все от самочувствия. Самочувствие, и если у вас, конечно, есть тренер, это все надо проговаривать с тренером обязательно. Если вы хотите качественно расти каждый день, работайте с тренером. Понятно, что это не у всех получается, но поверьте моему опыту, вы быстрее научитесь, нежели будете сами заниматься. Я уже сам занимался. Я 4 боя провел, сам готовился. Вот сейчас мы готовимся, даже и по ММА, в большинстве в последних боях тоже сам готовился. Должен быть тренер, который и лучше заниматься индивидуально. За год можно так спрогрессировать, как вы за 10 лет не спрогрессируете. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и следите за нашими обновлениями.